Продолжающаяся война в Газе и за ее пределами не может принести ни мира, ни капитуляции. На нас лежит историческая ответственность за прекращение этой войны. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций, посвященном ситуации в Газе, сообщает Анадолу. Фидан в своем выступлении подчеркнул, что гуманитарные разрушения в Газе достигли огромных масштабов и указал на необходимость немедленного прекращения огня и скорейшей доставки гуманитарной помощи в регион. Министр отметил, что международное сообщество все еще не в состоянии остановить кровопролитие в Газе и на Западном берегу. Он добавил, Газа была тюрьмой под открытым небом. Теперь она превратилась в зону боевых действий, где израильский премьер-министр организует военные операции и убивает мирных жителей, чтобы продлить свое политическое выживание. Констатируя, что Совет Безопасности ООН в очередной раз не смог защитить международный мир и безопасность, глава МИД Турции подчеркнул, «Я хотел бы повторить наш призыв к созданию механизма гаранта, который обеспечит и проконтролирует мир между израильтянами и палестинцами».